Государственный комитет призывает всех, в том числе и сознательных граждан Украины, оказать содействие в установлении конкретных исполнителей убийств мирных граждан юго-восточных регионов Украины, военных, летчиков, снайперов, командиров артиллерийских расчетов и других лиц, непосредственно совершавших и совершающих эти преступления. И пусть не сомневаются так называемые «герои Украины», что их так называемые подвиги рано или поздно получат достойную оценку, которую дадут не их сегодняшние хозяева, отдающие преступные приказы, а российские и международные судебные органы.